А сейчас о ситуации на трассах. Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям. Об этом сообщили в Казавтожоле. В работах по очистке снега и обработке пескосоляной смесью задействовали свыше 200 единиц спецтехники и 300 человек. Всего же за выходные ограничения движения вводили больше 40 раз. Дорожники оказали помощь 300 водителям, которые оказались в снежном плену. Между тем, в ряде областей Казахстана сегодня объявлено штормовое предупреждение. Температура в некоторых регионах опустится до минус 30. В столице учащиеся начальных классов первой смены из-за непогоды будут заниматься дистанционно. В МЧС напоминают о мерах безопасности в зимний период и просят граждан заранее планировать свои маршруты при ухудшении погодных условий, по возможности не выезжать на дальние расстояния.